Артенис Далоран, мы тебя суманем. Слева. Вижу, спасибо. Че вы там, пацаны, Никон, Харзул? На Кудыки на Игоре. Ну, Никон сказал, что отойдет, ладно. А кто хочет вместо пальпаться, заходи на другого тогда. Заходи на Лока. Или шаманом. Кажется, впервые у меня 4 лока в рейде. Че, вчера было 6 ШП. Вот они бесполезные были. Ага. Заметил. Зачем вы агрите? Да скорее танком. Так, а ты танк? Ну да, я танк. Ну вот, значит, есть танки. Люди просто хотят быстрее пронести, наверное. Баф сначала включить надо или нет? Угу. Отключай, похуй. Давай подумаем. Помощь трэш убедит, там же он баф не отключается, вроде сидит. Не, ну рейд. Ну почему такой рейд собрался без анбафа, а когда анбаф писал, никто не писал? Не, ну... Отключай баф и пойдем. Пошли. Чуть-чуть не хочешь, там на личе 5 локов зарешают и все. По-любому. По-любому. Ну, 3 кила нормальных из 4. Ретрики слабые. Я не очень хил, так что меня не считай. 2 хила нормальных. Вары средние. Кант не дамажит. Ты на удачу убить можно, разве что. Мало ШП. Ну, ШП. Один ШП в рейде. Вообще не знаю, зачем эти ШП там миллион берут, их там 2 штуки хватит. Так, с лишним подхил, плюс дамаг. Какой там дамаг? Там в первую очередь берут их из-за подхила своей пати. Да, если хилы знают. Ты ШП хорошей выживаемости. Плюс Войт Холи Палом, какой он баф, вы чё, ебанули? Ну это можно на танка, а меня спекнуть хило. Не, я лучше тебя хилю. Да ты нихуя не умеешь хилить, блядь, что-то раскакал. Блядь, Войт, короче, я тебе раз не захилил, что в 25 гере, что? Да ты не показатель. Показатель. А что показатель у нас? Сейчас по каким критериям решаете? Да, ну действительно, как вы решили, что я не гожусь? Не, не про тебя, а Войта вообще. Не, ну блядь, ну критериев у вас нет, и вы говорите. Ну под не, потому что ты не тащишь и все, и пиздец. Ну не тащишь и пиздец. Да иди в жопу. Сейчас ты выхилить, а сдохнешь нахуй. Да бля, вот именно Холи Пал не хилищий танка, бля. Все, вот. Иди в жопу. Ты сам себя писал, блядь. Сейчас еще варенька напишу, тебя не будем хилить, блядь, будешь падать. Мне уже не суждено им стать. Скоро. Мне все равно. Все, блядь. Классно. Ника, ну у тебя что, кота нету? Блин, я думал, кот у тебя. Это был бафер для Фурика. Если этот самый, если мы не идем анбаф, так давай этот самый. Пойду. Забери нахуй. Да, тебе надо одеть. Нет, нет. Ничего не надо. Надо тебе. Просто не знаешь об этом. Не клыкнем.
Можно завтра попробовать инбаф собрать, да? Ну, людям все равно. Потому что человек 5-7 хасанет и все. Остальные на ачивку хотят завестись. Я вчера половину лича вообще не помню, на. Кстати, я вообще не помню. Вообще не помню, понимаете? Да что половину лича? Вон то, что в норму ходил, вчера Шурик не помнит. Да. Бля, я прожил вчера до своего сумка. Сука, интернет упал, блядь. Я думал, что вы за меня на сурке вайпнулись. Короче, я вылетел на кораблях и уже добежал до сурка, потому что я, ну, перебежал к сурку и завис, короче. Вот. Думаю, бля, если сейчас они пульнут, пизда. Да? О, принимай шмон. Не, баф уже не будет. Атрибутность, короче. А, тогда обычный? Людей нет, у меня баф. Может, она слава тогда? Хотя. А код есть? Давай лучше котом тогда. Нет кота, надеюсь. Жаль. Выпейте фласки. А минусуешь когда? В конце или когда? У нас демон в рейде, кто? Да давай хоть сейчас минусуем. К Корзу я иду, я сейчас подхожу. Не, да. А если фласки есть, но ты их, короче, не пьешь, они в сумке лежат, и так прокатит? Не, все. Так, а можешь, ну, танком можешь не пить фласки. Это же скрин сделаю. А хилу надо тоже не пить, да? А, будешь пить. Нужно пить хилам, да? Предлагаю Войда на кота, кстати, заслать. Со мной нахуй. Есть такого аддон, который показывает фласки. Ваня есть 100%. Чекай. Потом будем пулить чеком, солнце там еще покажет пулит. Кому продать фласку на ДД? 200 голд. Дайте фласку. Раньше тебя с такой расстреляли. Пишите Аркана, какой спек ролим. 400 голд, куплю фласку. Куплю ретро фласку. ДД фласку. Дайте мне голд. У меня, короче, выключенный мод. Ну все, пиздец. Теперь нельзя. Ну, не будет его учитывать. Корзул, Никон готов. 300 баф только дайте. Первый грей. Сейчас релон. Давай. Войд, блять, ты башу умеешь вообще раздавать или нет? А, да, забыл про паладинов. Холипал, какой баф ты даешь, как ты думаешь? Так, как... Прото. Прото, наверное. Войд, раздавай кристин. Давай, вот, раздавай кристин, выебывайся. Я не въебываюсь. Холипал. Блех. Ну так почему нету креста до сих пор, только сейчас появился? Олег, что бафать? Бафать щиты. Ну чем ты занимался до этого? И трэш били. Я смотрел в небо. Ну. И как там? Ну, блядь, синие.
Не, у меня нет, короче, дона. А кто каски бафал? А кто голы? Блин, бафай кулак тогда. Ну давай тогда мы начнем всем уже тянуть. Давай. Пусов нет. Ты схуяли, блядь. Да, у меня фласка так-то есть, блядь. Так на инконете у кого нету фласок. Ты, блядь, ты РЛ, тебе надо, ты еби мозги. Нет, но СПВ. Ты охуел, что ли? ЕП давай обратно. Так, нет, настоя. Сейчас посмотрим. Танком... Аддон какой-то неправильный, у меня есть фласка, не знаю, вон, можете посмотреть на бафы. Так. Акма не надо, Белин, смотрим Белина. Нету фласки. Да я выпью, когда буду пол. Хорошо. Айсфриз, протри глаза, там и фласка, и духи. Где нет флаг? У тебя фласки. Ты долбоёб, да, вы... скрин скинуть экраны или что? Ну, давай кидай скрин. Это же за скриню. У тебя нету фласки. Фласка есть на стол ледяного змея. Вы что, в глаза долбите? Давай ещё раз. Блин, опять какой-то дурачок. Почему их не расстреливают, блядь? Кого? Этих даунов, которые спамят волчат. Это один и тот же даун. Интоксикация готова? А, я понял, там 3 минуты осталось у людей фласки. Все, все готово. Погнали. Блин, я забыл сменить шмот, наверное. Супер. Давайте рост. Меня уже устал кидать твинков этого мудила в чек. Я думал, ты скажешь, я уже устал танчить. Я вчера, главное, знаю, что попасть в рейд, блядь, написал Диме, мне надо было отойти, знаешь, я отошел там, блядь, так ломился, блядь, что только попасть в рейд. Блядь, я думал, давай Диме отхил или нет. Давай-ка дам. Живой хилит, конечно, отдам. Центри 3, шпандосы. Да, у нас типа в ДЦ в рейде. Не вижу, что вообще спадало ХП, а только по медикам 70% идет. Так это потому, что я хилил. Ну, разумеется. А ну ой, да, ХП, бля, 6 кап. Ой, отбегайте, отбегайте, давай сакру протопал. Отбегайте от босса. Сейчас надо хорошо захилить. Гин на ХП нет, отбегайте от босса. Не стойте под ним, отбегайте. Каким-то чудом все выжили. Вот видишь, как бывает. Угу. Кстати, Ваня, что тебя так пробивает? Шмот ты спинил. Потому что воет хилит. Да не, все равно пробивает что-то. Это босс, потому что больно. Плот поменяй. Если что, Дигли согласился мне осколки, да, взяла. Дигли. Так. Кордечко на мейн. На ов. На ов. Зомби. Щит на ов. Источник истинной силы!
Так. Понял, не контейнер. Да, вам потом. Пришло. Моровинду пришло время спекаться в танка. А, кстати, а демон у нас кто сейчас? Интоксикация, Тарзон. Третья пати Тоби. Два, блядь. Третья пати Тоби. Ну давайте, как обычно, два БДК слева, БДК справа. Первый на пул на Акму, второй на Моровинда. Снимайте бафы от темной магии. Кстати, если снимаешь баф, то когда духа хлопа сильно пробивает. Так ты не хлопай. Классная подсказка, да? Не хлопай просто. Не будет пробивать. Просто раскрыл глаза на этот мир. Так, пистолик магия. А вот от духа отбежать можно, вот ресист. Ресиста не отбежишь. Нельзя, да? Все выйдет. Завоз. Нельзя. Давай я просто гимноману спою, а ты там поставишь. Да, давай. Сюда ребулки. Звездочку. На звездочку и на реку. У нас две сага есть. Пою гимноману, короче. Думаю, можно пулять. Равен спекнулся. Да, спекнулся. Так, нужно в трэш поиграть. Блин, я уже пятый палец на моба вешаю, шестой палец справа, бейте трэш. 6 секунд прошло, а у моба 200к хп еще до сих пор справа. Моб на меня сагрил, так вот похуй. Мне кажется, из-за того, что ты его переагрил. Опа, законтролил двоих. Троих. Нет, четверых нет. Невозможно, это только три человека в контроле. Но если тот, кто законтролился, даст контроль, там кто не законтролился, тогда можно. Ладно, если он даст контроль, значит ты его не законтролил. Так законтролен. Давайте. Я уже четвертый палец вешаю, пятый палец на правый трэш, там 200к хп еще. Давайте справа трэш не добить. Сила вампира на фанатике культа. Так, квадраты я фернул. Надо трусы законтролить. Че, успеем перевести босса, как вы считаете? Угу. Это пал в контроле, если еще сейчас. Да, выходи тогда с контроля. Простенько. Сейчас будет фаза. Так, пойду побью трэш. Пальцы покидаю на них. Давайте дистанцию соблюдаем. РБД хилы. Скоро улетух. Скоро контроль. Вот и духи пошли. Вот и контроль. Так, луну законтролил. Квадрат, трусы. Трусы, квадрат, контролем. Я остальное законтролил. Это Моровинд. Акма, сбивайте каст леди. То вы их не сбивайте. Сбивайте каст. Отведи леди от трэша, который появится сейчас справа чуть-чуть. Давайте в трэш играем. О, духи вышли. Бежали от духов. Сейчас контроль будет. Так, контроль. Лучи пошли. Мини-зону контролили. Мини-зону. Вот в воде леди законтролили. Отлично. Так, опять духи пошли. Два духа мини-зону.
Отлично. Так, Моррингтона надо пулить. 5 стаков, ладно. Давайте в трэшек. Отбегаем от духа. Сейчас контроль будет. Смотрим на очи. 5 духи. Так, квадрат за контролю. Сейчас квадрат убьют, ай-яй-яй. Выда убила своя же капля. Просто еблан, просто. Не знаю. Закрой доску почета. Пока Джериона нету, блядь. Ну да нет. Пока Джерион его не брал, блядь, на бабу. Сейчас сягритесь на Выда. Все втроем он обидится. Так лишь нельзя делать. Я просто забыл каплю дать. Ты, по-моему, ничего не мог делать. Рейд не брал, потому что взяли на Дарда осколки, надо были. Да мне покур на шем. Так вот уже шем. А не, там на самом деле у Джерриона вроде были уже хилы, а Войт со хилом просился, ну не было ни. Ладно, погнали дальше. А что там, кстати, меня кем-то паладином добрый там кто-то отвалился на сурке? Я отпал, блядь. Ваня ушел, канал. Да. Ушел, пиздец ушел, у меня интернет пропал, блядь, и я отъел. Я не знаю, что у тебя там пропало, ну, меня ли на тебя, ну, тебя на него. Да, я вообще думал, что я вас вайпнул, Димаш чекнул на пул, понял? Ну, я услышал, чек на пул, пиздец, и все, пизда, и пропал, Васеньки. Я сначала даже не понял этот самый, блядь, пока не начал кричать в РК, дайте баб, блядь. Не отвечал, а потом, блядь, у меня выкинуло Вов и РК, я понял, что, блядь, походу вайп у вас. Мне на печальная история. Говорят, в Украине интернет лучше, чем в Беларуси. Врут. Бля, это у меня роутер такой охуенный, я просто, ну, сейчас девчонку, блядь, своей, а тут интернет. Ну, здесь, бля, роутер доживает свои дни, блядь. Я все время помню, что надо купить роутер, блядь, и все время как-то, блядь, у меня руки не доходят, блядь. Бой висит. Пойдет. Вот это на интернет нам надо Дарт Вейдеру говорить спасибо. Это же он там от интернет в партии шел. Что-что? Дарт Вейдер, трейни от интернет. Ой, в марте в конце. Вон сейчас этот, блядь, как его, блядь, Войт, блядь, пускай идет в этот, в команду Зеленского, блядь, Войт как раз подходит, блядь, к братану в партию, блядь. Кто за кого будет голосовать, пацаны? Олег. Я за Лукашенко буду, чё. Сдержусь пока от ответа. Не хочешь за Кличко, блядь? А что, он тоже баллотируется? Он же да, не баллотируется. Да, вы что говорите, блядь? Придурок, куда он может баллотироваться, блядь? Да ладно, Кличко, Садовый куда баллотируется? Садовой, кстати, это пиздец мужик, блядь, я тебе скажу честно, блядь. Ты приедь во Львов, блядь, во Львове все дороги поделаны, блядь. Все эти, ну, автобусы, маршрутки, все новое ездит, блядь, приедь, блядь, в натуре, блядь. Сравнить с другим, любым, блядь, ну... областным центром, даже с Киевом, блядь, это, блядь, небо и земля. У нас, ну, у нас вот началась реконструкция главного вокзала, типа, это, ну... Понятно, у вас там, я слышно, квартиры за дворы снимают. Что Львов один из самых крутых городов Украины. Там одни программисты, там они, когда квартиры снимают, они за деньги, ну, за зелень платят. Да. У нас посуточно такую средненькую хату сдают там где-то 600-800 гривен, ну, посуточно. А Дима? Типа, ну, это средненько. Если в центре, короче, какая-то нормальная, то 1500 там. Ну, за сутки. Это ж, если выборут не Порошенко, это ж опять новый виток хуйни всей этой в Украине начнется. Нахуй это нужно, лучше пускай он сидит.
Не знаю, по-моему, кого не выберут, новую эту хуйню и так начнется. До свидания. Независимости. Как ни крути, блядь, все равно хуйня, блядь. Да, конечно, прикольно все, там демократия, вся хуйня, но вам самим не надоело там. Что надоело? Стабильность надо нам, да? Бардак, я имею в виду, не стабильный. Зато весело. Там бардак заключается. Ну если ты не видишь, то толку тебе объяснять. Ну, пока не вижу. Бардак у людей в голове. Не, ну так-то, кстати, блядь, за последние, блядь, ну, в натуре 4 года, блядь, в моей области, по крайней мере, сделали, блядь, все дороги, блядь. В натуре, в Львовской области пиздец дорог сделали, просто нахуй. Я не знаю, где вы там живете, в Украине, где, ну, блядь, в области, в натуре. Ни за одного президента, сука, как за порох они поделали столько дорог, как у меня в Львовской области. Я ни одного не помню в натуре. У вас там что еще на дорогах снег летит, что он не сошел? У нас просто сошел снег, и то, что латали, это повылазило. Да, у нас не латали, у нас положили новые дороги, ты что, гонишь? У нас просто новые дороги, блядь. Ну, в смысле, ложили новые, ну, так положили, чтобы после зимы все повылазило. Короче, я не знаю. Когда был еще Ющенко, короче, я помню, ну такие были уже с ямами, охуенно покоцаны, но еще можно было ездить. А вот, короче, этот самый. Пришел Яник, так, блядь, у нас по обочине людишки ездили, блядь, ну вот с моего города, там, где я, ну, типа, родом откуда я. Вот, люди начали по обочине ездить, ну, тех, кто там жил, типа, знаешь, свои дома, блядь, заебало, они накидали валунов, блядь. До того воевали, вот, блядь, в 13-м году людишки психанули. При Янеке я был в Харькове, короче, в 12-м году, там чел говорил, что там Янек вообще нихуя, по-моему, не сделал. Вообще ничего, даже у нас власти вообще просто ничего, тупо деньги воровали. Так, а при чем президент городской администрации, если там сидят совершенно другие люди, отвечают совершенно другие люди? Так. Киевом назначаются. Не, он просто в долях там был, блядь. Вот и все. Топорах тоже в долях. Так, есть парламентские выборы, где назначается парламент, рада, кабинет министров. Есть выборы в областную раду. Там совершенно другие люди проходят. Олег, у нас тоже есть выборы, типа мэра, там все дела, но в итоге все равно назначает его Лукашенко. Может прийти, типа, выборного снять через там неделю, сказать, тут будет сидеть другой человек. Ну, у вас, может, не так, не знаю. У Харькова сейчас сидит Кернес. Знаете такого? Да, уёбок такой. Просто не сняли, что он зарезал, что-то подрезали, потом он лечился, разве его не сняли? Не, он до сих пор мой. Ну, ну, хорошо подстроиться под новую власть, переживайте. Не, если бы было бы хорошо, если пришел бы, блядь, в натуре садовой, блядь. Он бы, блядь, ну, во Львов, по крайней мере, в натуре, блядь, город пиздец развитый, блядь. Кстати, Львов признан, блядь, вообще там в каком-то рейтинге. Ну, если он будет развивать только Львов, то, я думаю, для Украины он нахуй не нужен вообще. Блядь, это же рейд рекордов, я и забыл фласку даже прожать. Поздно. Конечно, не сыграть, наверное. Сейчас дашь ДПС, совы не бьют трэш, блядь, и трэш растет. Да уже не дам, я не обновил эти... Вряд ли. Снова трэш будет. Блин, я не вижу трэша. Тут он мелкий для меня. Надо с этим интерфейсом новым.
Во Львове, кстати, строят IT-парк. Огромный IT-парк. Эй, блять, у нас в Днепре тоже стадион построили, думали, чемпионат будет. Ага. Тоже думали, чемпионат будет, а там... И все. Ну и смысл для городских жителей в этом IT-парке. Телефоны заряжать на улице. Ну да, кстати, этот самый плюс. Пиздец. Как надо. Да, это, блядь, ну ты так говоришь, но у нас в натуре есть Олег, автобус. Олег, дигли, можешь осколки давать. У нас, кстати, это самый. У нас, ну, есть на остановках, где зарядиться. Так-то. Уже во Львове. Так что, блядь. У нас тоже есть зарядиться. Только нет, там цены дорогие, водка 0,5 может палёная попасть. Нет, ты не понял, типа, это самое, я имею в виду, остановка, ну на остановках розетки может... Я понял. С розетки водка льёт. Ну, с розетки водка льёт. Тут кто раз у вас в России может, блядь, с розетки водка льёт. С розетки. Не знаю, как в России. Ну, Слава, там, наверное, с розеток не льется. Чей токен? А, покорите. Я что-то проебал. Олег, я пойду квест дам. Дим. Опа, ты Судар, молодец, 19 кадал. Теперь линкуйте теперь скаду. Баш, что-то все. Тоби, а ты вызвал Галема? С фейкасты серии был? А, триксы. Один раз я выкинул. Не решил с истерией, триксами дает коктейль без триксов истерии. Пробки. А сколько это позволит? 250. 250. Сколько было РДПС? 323. Ну в том ренде 230. Вот, блин, если бы я флажку прожал бы, еще бы дотал нормальный трэш, можно было бы 19.6 дать, наверное, стриксов. Кстати, у нас, бля, охуенно во Львове развязки поделали дорожные. Ну я хуй его знает, ну. Просто сравнить все, что было с предыдущими властями, и сейчас, блядь, ну Львов развинулся пиздец. За последние, блядь, не знаю, с 2011 года Львов просто, блядь, в разы расстроился. Сейчас во Львове, блядь, ну, не то что, блядь, там, ну, новые районы, там, блядь, ну там в натуре, именно новые районы города, там Сыхов расстроился, в раз 10 вырос. Раньше Сыхов это было пару кварталов, а сейчас это, блядь, как город в городе, блядь. Ну там просто пиздец. Там сейчас, ну, примыкающие, там зимняя вода, коттедж, блядь. Это все настолько, ну, стало, блядь, ну это уже считается одним большим городом, настолько инфраструктура огромная, блядь. Сюрприз, что-то мало дал до фулового АДК. Там Моровин первый, наверное, будет средний АДК. Да, теперь Моровин первый. Да сколько Моровин? Моровин дал, ну а да. Надо учесть, что... О, Моровин будет теперь топ ФДК. Мог, кстати, еще топ АДК. Надо не забыть это. А, так же, как и Саша двойной ЮП сделать, да? Да, давай сейчас сделаем какой-нибудь кулонга. Что он сам не сделает? Может, по вам есть? Ты зачем тогда гильдии, если я сам буду делать?
как-то за счет вас собирать рейды, там рубить боевые вещи с ульдейтом, например. Тохловый. Кстати, это самое, ребята, а там вот эта дорога Одесса-Рейн, кто не в курсе, уже построили или нет? Ну, я знаю, где Одесса-Рейн, где это еще. Это Одесская область, Одесский город на границе с Болгарией. Да, там не там люди, потом... Это дорога смерти называется. Очень веселая. Ну там нормальная, кстати, ну там должны сделать нормальную дорогу, кстати. Так чё, Триси, какой у тебя фуловый чар, маг или хант? Маг. То есть... Забрал плащ? Да. Это Триси, блядь. Наверное, за плащом, как я за тапками ходил, блядь. Ну если меня, конечно, моего мага, блядь, там с пером, блядь, 70 не кикнули с гильдии, я бы уже забрал, блядь. Да я сам 3 раза был первым по ПРу, потом как-то не играл, вов перерывы делал, ты там забирал. Давай. Дайте каску паука. Дадим. Кстати, да, мне вернут мое ИП, если я предоставлю скрины, блядь. Не знаю, ты в Apple Raid на Валитре за это ГП помогается. ГП так-то да, но это ГП должно было и быть шаману, а не магу, у которого был PR-78. Ну тогда я вообще угорнул, когда кикнули мага нахуй. Да пиздец, я там фармил, блядь, ходил этим магам полгода, ЕП, сука, у меня маги кикнули, блядь. Это было крайне справедливо. При том, что по сути, причина вайпа, это была моя история. Это было очень демократично. Не знаю, 2 раза в ульту сходить, там пару ЦЛК герд и в топе, ЕП, короче, в топе. Ты в Ульду тогда выходил? Ещё скажи, в обычку Войда сходить. Месяца два... Ой, месяца 2 недели, 3 назад я ходил в Ульду. Ну, а за Ульду вообще было 2 конепа. Коня отдали с Субуара последний раз. Ты башку? Да. Приму. Да. Давай посмотрим, кто на дистанции может выйти. Эрл Грей, Певчи. Эрл Грей, Певчи, давайте. Будете стоять у ворот. Корзул топи слева от босса. Максимус Квазар справа от босса. Аркасия Тесадар сзади босса. Навите баш, дайте каску прест полоса. Чего вы мне кидаете трейды? Каску, лапку, паука. Какие тапки? А, понял. Ладно, друиду тапки с серебра, наверное. Да где же эти тапки у меня? Раздайте бафы, все бафы есть? Одного нету. Какого креста нету? Не, приступав есть, я запал лобах. Лапку дайте.
Джей Лисов 8. Зим Казару ГП, если Садару пройдет апкилла. Согласен. Чё Казару, блядь? Ничего, смотри, всё хорошо. Какая разница, так себе. Ты Садару в РНЖ стоит или где? Кстати, когда Левал в гильдии выступал в тапке локовске на этого. Ой, блядь, не помню как ник. Еще раз, для особо одаренных, певчий Эрл Грей у ворот, слева Тоби Харзул, справа Максимус Квазар, сзади босса Тесадар и Аркасия, все остальные под боссы, чек. Все готовы, можно пулять. Поставьте еще. А хотя может не ставить, а там природа все закинут. Я поставлю. Ну. Тоби, прожимай рост. Есть рост? Отлично. Уже справа от босса. Максимус двигайся. Пропадет лужа, вернешься обратно. Прям Грей левее от меня встань. Так. Лот, два лока. Вправо уходите. Я блюю. Надо было раньше уходить. Дайте лайн по Квазару. По Квазару надо лайн. Ладно, с появлением архива. Никон, поднимай селфиша. Дистанцию опять набрали. Уже не надо. Слева от ворот нужен. Когда ты самый противный босс из всех, что есть. Может, я вижу наши слаки. Ты можете бафы кинуть в пороги. Забирай большого слизня. Смотри, бафы это пороги. Да и где ну. Бафы по. Все есть сюда. Блин, надо бафы по роде. Взрыв, отбегаем. Отбегаем взрыв. Отбегаем взрыв. Наймся на рейнджи. Да, блин, норы, молодцы. Ничего не скажешь. Отходим от лужи. Скирцу глыбу. Придется диспелить. РДДшники, которые стояли под боссом, вы возвращаетесь обратно. Раз никто не падал из РДД. Опять большой слизи. Хорошо, вы так умираете сильно. Так Слава, кнопку не... возьми чаще, помогай. Я не виноват, там не по цепи, под переменами сдох. А тотем, тотем был? Был. Ну там ДК, ретрик умерли от взрыва, не могли бежать. Хоть плыви по ней в круизы. Ну я не знаю. А, что уже ты скажешь? Это уже ирония. В следующий раз они будут внимательнее. Это почему надо... мне два раза плюсанули 58 ГП, а отняли только один раз? Давай посмотрим еще раз. А, не-не-не, это на Никона там, сорян. А, да, любишь ты меня ебать. Не-не-не.
Говорил, что ничего не надо. Наебал, да? Да, еще один. А, это надо. Вы охуели там, что ли? Да я вообще не про тебя. Дайте шкаф. На оф. На какой спектр рулишь? Электрик. Ну, ретрик, значит, ретрик. 5 клоков, 2 шп. Почему мы не анбаф идем? Капец. Давай тогда... А, уже поздно анбаф собирать, походу. Ладно, завтра соберем. Чек. Интересно, еще когда транспорт, ну, может, короче, новый рейд, вот одна башка с ролом, вторая без. Это типа пассив-актив. Разработчики шутники. Что-то смутно не понял. Ладно. Станцию надо набрать. Морф Вогра. И когда он превращается, у него там две башки. У одной есть рок, а у другой нет. Пожалуйста. Да. Классно. Они, Вань, просто не анимешники. Да. Ладно. Три, я забыл зайти за тапками. Тапки не вреди, никому не надо. Забыл зайти за тапками. Надеюсь, они не выпадут. Ладно. Ролик. Не буду ролить на Вайн спался тогда. В руки завтра пройду. Ну, отлично, присутствует ВК будет. Или не будет. Дайте кто-то имя. Ты конченый, что ли, блядь? Сумасшедший. Да. Стой под боссом, дебей его и все. Быть у тебя маны. Ну ладно. Вот так обычно делают. За крол они садятся, но по маны на этом боссе, потому что святую клятву прожимают под кролки. Кажется, я думаю, на всех боссах и на всем трэше умирал только Рога. Нет, и... Войт на летнем умер. И Войт, да. И Войт еще. Да? Два человека только он был здесь. Нет. Так кто еще падал? Никто. А, да, вот эти двое еще падали. Ты испор... там не только двое. Все испортили мне. Да, два милика на гнилом орде упало, а с керца как упало, наверное, на трэше. Ну, с керца ботинки отдадим. Отлично. Вот, смотри, за 30 минут 6 смертей только. Вот тапки упали. Вот тапки упали, видишь, не зря не заходил. 76 ПР. Ладно. Я его даже чувствую. Хразур. Квазар выше, чем Хразур. Видишь, если бы я не зашел, ты бы не получил там. Да, они бы не упали просто. Спасибо, Олег, я всегда знал, что ты мне уступишь.
Да, видишь, я вступил. Отойди на минутку. Ладно, пошли дальше. Я на две. Выпей за тапки. Это второй раз, когда тапки падают, я забываю за ними зайти. Давайте бафать Ретрика. Вот это будет специально крестом ходить. Чтобы тапки выбивать. Интоксикация, ты будешь кидать. Она значит значительно. Ну давай, хорошо, ты на зеленого слизня замедление. Максимус на с красного. Да тут хилы хпса меряются. Да. Да не, на самом деле мы убрали эту фишку, потому что каждый раз то 4 хила, то 5 хилов, то 3 хила, и мерить таким способом хпс не объективно вообще. За весь месяц у меня было только 2 скрина от хилов. Черт, это вы ддшники, это их заговор, народ. Надо их, короче, не хилить. Дайте просто постоим по фукашам хилы. Я помню, когда в адептах вводили эти знаки, там на лане, когда был чек, просили 4 хила спекаться в ДД, чтобы нахилить 18к. Надо и крестов эту отхилку выключить. Блин, готов. А лучше в лужу зайти, да? Ну, у нас просто рейды обычно с ДС, и весь этот ХПС нивелируется. Так, лапа есть? ДС вообще для слабаков, они только на анбафе нужны. Все, давай, пей стол. Единственный годный спек у престов это ДС. Да, и Шопена. Коли престы вообще топчики. Которые хилят как друиды, вообще охуенные. Так можно сделать точного хила, чтобы он танков хилил. Можно, но никто не сделает. Так, я отменяю дамаг по боссу, 88, уже 87, я уже не бью босса. Стопайте по боссу. 85, 4, 3. Давайте в красного. Кидаю проклятие на зеленого. Остальные локи там сами делите. Милики, отбегайте в РДД зону. Отбегайте с лужи. Да-да-да, ХПС, ХПС. Бурст хил. Давайте на ком зеленый добавка стала. В два раза перехил больше, по-моему. Столу все на ком зеленый добав. Все, играем под дебафа. Кого откидывает от зеленого, сбегаемся в звездочку, в центре стоит, давайте. Бежали звезду. Бежали звезду. Не бить зеленого сейчас, а бежали. О, отлично. Я первый раз, наверное. Так, милики, не сбегайтесь, РДД на расстоянии. О, вот, сейчас будет на удачу, так сказать. Ох. Больно было, да? Какой РДПС рейдер, кстати? С руки. Мы как-то очень быстро заливаем слизней. 323 там говорили.
Джейн как-то умудряется собирать рейды 370, а я всегда собираю 300-320. Так он берет не в бурсикам, а ну, в смысле, а так, берет самых топчиков. Как хилы точно, конечно. Он даже сбор не объявляет. Тут-то вы вчера 5 часов просидели. Так я вообще в анбаре сидел, я только там после 40 добрали, все на 40. Войт, если бы ты пошел, ты бы тоже столько сидел. Логично. Да, затащил бы, да? Ну, лечим вайплес из-за осквернения. Там на прошлом анбафе из-за протопала и из-за срыва было. Отбегаете от зеленого. О, милики отбегаем. Милики отбегаем. Файт. Отбегайте от пельменей. Сколько тебе по профу? 5% для перехода. Да, именно пока. Пока стоишь. Так. Сейчас точка пройдет. Так, пельмени отбежали. Дают им. Беги, малышка, беги! Вот Холли отбегает красного. Без колбы будет. Ну, кроме зеленых добавок стал бы. Тоже когда роздать. Давай рост. На ком зеленый дебаф. Звездочки отходим. Вон где царгай. Есть какое-то объяснение, что ты там стоишь? Никакого. Пора забирать боссов на дебаф. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ты по скане показывал вся ХПС с ДЦ, было бы лучше. Там квест на кровь, да? Да. Как раз там квест. Идите агрите трэш. Там справа два милика, надо их просто застанет. Дайте фубов.
О, отлично, снова лют. Дайте пристабак, лапу, каску и кулак пороги. Я вот, когда общаюсь с Джерианом, он всегда придумывал какие-то цифры. Как он это высчитывает? На листочке там записывает или как? Не знаю, я всегда говорю там, ну там 10 кхпс, да, блядь. Там 20 кдпс. А не камень арп прибавляет 20 дпс. У меня не было плаща, поэтому я не дал 19, а дал 10. Давайте по контролю. Ну ладно. Мой френд не хуй.